Вот и закончились наши неконкурсные выступления. И награждение заочных номинаций. А теперь вручение спецпризов от наших друзей. Музыку, пожалуйста. И что это такое? Я не буду делать вас вампирами. Ну как же все надо? Кровь мы пьем. Все, полностью. Здравствуйте, леди. Здравствуйте. Что это вот вообще за показательное выступление? Давайте-ка припомним, на чем мы остановились. На спецпризах? Да. Итак, вручение спецпризов от наших дорогих друзей. И первыми на сцену приглашаем оргкомитет фестиваля косплея и восточной культуры Ани Шинай. Город Калуга, между прочим, который состоится 15 июля. Картиночку на проекторе, если можно, она там в общей папочке такая прям замечательная. Да. 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 Чтобы все знали, какая у нас классная Калуга. Да. Пожалуйста, картиночку от Калуги. А, да, у него картиночка. Картиночка. Больше. Мы можем большим планом сделать, пожалуйста, грудь мужчины. Итак, мы калужский аниме-клуб «Карас». Мы являемся организаторами различных аниме-мероприятий в Калуге. И одно из самых больших наших мероприятий – это, конечно же, косплей-фестиваль. Подобные этому фестивалю у нас также будут многие номинации, дефиле, караоке, танцевальные постановки, сценки и многое другое. Как сказали правильно, дата 15 июля – это прямо середина лета. До Калуги ехать не очень далеко, мы сегодня добирались, мы сняли автобус, да, это 320 километров, в принципе, 4,5 часа, если бы не остановиться на трассе по 10, вот тогда подольше. Вот, но на самом деле не очень далеко, добираться хорошо, и самое главное, что мы очень рады иногородним гостям, так же, как и нашим гостям. Так что мы вас приглашаем на наш фестиваль. И тема нашего фестиваля в этом году, мы так же, как и многие фесты, имеем свои темы. Тема фестиваля в этом году – «Герои во дворце». И в связи с этим мы хотим вручить спецприз, такую сделали спецноминацию, за самое героическое выступление этого фестиваля «Джую». Аплодисменты, потому что сейчас вы знаете... Громче! Фестиваль, они нас не любят. Героически. Вот. И это не вампиры. Неожиданно, это не вампиры. Я так и знала. Мы знаем, что этот персонаж уже покинул помещение, но здесь есть человек из их команды. Поскольку мы очень хотим наградить человека по-моему, экшн-дефиле, по Вархаммеру. Здесь есть представитель, что нам сказали, что один из нашей команды останется. Где он? Скорее. Сильный мужчина, да. Геры. Мы с удовольствием награждаем героя. А герой это тот, кто в конце остался жив. Поэтому мы награждаем и город Рязань за Вархаммер, который убила всех. Вынесла просто секунду. Прошу передать ей. И приезжайте ко мне на фестиваль. Будем вам всем рады. До встречи в Калуге 15 июля. Спасибо. А теперь на сцену мы приглашаем представителей фестиваля Тамаши, город Апатиты. Если вы к нам приехали, если вы сегодня здесь, поднимитесь к нам, пожалуйста. Апатиты не доехали. Не доехали, ну ладно. Тогда следующими мы предоставим слово организаторам Брянского фестиваля Эни Фест. Встречаем. Всем привет, я Принц Кай, тебе. Мы являемся организаторами Брянского фестиваля Эни Фест. Как бы первого Брянского фестиваля. Я, честно сказать, первый раз была в Рязани, мне это очень понравилось. Было очень много стоящих выступлений. Но выбрали только два. Да. Мы награждаем спецпризом номинация дефиле Сейки Кауры, Тринити Блад, Абель, город Рязань.
сегодня пела, и мне очень понравилось, как она спела. Я награждаю Грандина Кобаяши Ю из города Тверь. Следующий спецприз вручают гости из магазина «Бизарбу», которые хотят пригласить вас на фестиваль комиксов и молодежной культуры «Бизарбу». Поприветствуем! Здрасте, здрасте, здрасте. Я вот выйду чуть-чуть вперед, и можно я с вами немножко поговорю? Вот. Нет, нельзя? Ладно, я буду быстро. А кто из Рязани? О, хорошо. А кто слышал про «Бизарбу»? Так, отлично, отлично. Но все равно я вас буду мучить роликом. Ну, так уж я привез ролик, поэтому можно мне ролик на экран? Видео. Видео, видео, видео. Еще магия. Магия. Мы находимся в Горьковской библиотеке в городе Рязань. Павел Бэтмен. Это главный образ Бэтмена. Мне очень нравится, даже лучше, чем в прошлом году. Много магазинов, много гостей. Нравится организация. Другие косплееры тоже молодцы. Ну тут весело, мне нравится атмосфера. Бизарбу — это один из лучших праздников, который я видел вообще. В мире должно быть больше добра, больше комиксовой культуры. Больше косплееров, больше игр. Всегда очень приятно видеть, что мы делаем дело, которое интересно людям, что людям интересно участвовать, людям интересно смотреть, общаться. Мир добро ласка. Вот так вот прошел прошлогодний «Бизарбон», он был второй, а в этом году будет третий «Бизарбон». Картиночки можно мне теперь? Буквально два слова скажу. Оп, почти. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть на весь экран можно? Совсем чуть-чуть. Да. Не то немножко чуть-чуть. Так. Странные махинации. Оп-оп-оп-оп-оп. В общем, я начну. У нас это называется фестиваль молодежной культуры и рисованных историй, или наоборот, «Бизарбон». В этом году проходит третий раз. И я тут недавно столкнулся с достаточно интересным вопросом. Меня спросил один из новых гостей, о чем ваш фестиваль? И я такой задумался, действительно, о чем наш фестиваль? Можно следующую картинку? Вот там шпаргалка, я попытаюсь прочитать. О, отлично!
наш фестиваль о комиксах, о гик-культуре, о косплее, там у нас турниры, знаменитости, квесты, призы, веселье. Всего по чуть-чуть, но все с душой. И я ему ответил, что наш фестиваль про людей и для людей. Следующую картинку, пожалуйста. Оп. В этом году у нас будут клевые гости, такие же клевые, как в следующем, но в предыдущем году, но другие, и новые, и те же. В общем, гости. Художники Вика Молоко, Кода, видеоблогеры Чак, Оптимистер, Акар, Кисемяка. И это те, которые заявлены на текущий момент. Еще мы держим пару тузов в рукавах, и буквально на следующей неделе мы анонсируем еще пару клевых ребят, которые с удовольствием приедут нам в Рязань. Вот. И следующий слайд. Картинку. Оп. 27-28 мая в Рязани, в Горьковской библиотеке, целых два дня замечательный фестиваль «Безаркон». Вас всех с большим удовольствием приглашаю, жду. Для иногородних будут приятные условия для проживания в хостелах и всякие другие плюшки. Приглашаю всех принять участие в конкурсе косплея и, в принципе, в фестивале. Ура! Следующий слайд. Подписывайтесь, много новостей, рассказываем всякие интересные штуки. А теперь то, зачем я вышел, у меня тут специальный приз, который я с удовольствием хочу вручить трем обворожительным девушкам, которые ставили косплей по готэмским сиренам в стиле стимпанк. Наша мужская часть организаторов фестиваля просто не смогла не отметить. Здрасте, здрасте. Небольшой скромный приз, но от всего сердца. Приходите к нам, мы будем рады. А почему такая тишина в зале? И приглашаю вас на наш фестиваль, будем очень рады. Оп. Провожаем победителей! Спасибо! Спасибо! А следующим нашим специальным гостем является авторская мастерская по изготовлению фэндомных украшений «Гарнет». Ее представляет один из членов нашего жюри Аги. Попросим Аги на сцену, пожалуйста. Побольше жарких аплодисментов. Всем добрый вечер еще раз. Я извиняюсь за свой голос, что я немножко приболела. Не буду занимать основной и хочу назвать свой спецприз. Это Seiki Kaori Trinity Blood Apple Night Road. Рязань. Можно пожалуйста. Аплодисменты! Еще небольшое объявление. Мне очень нравится фестиваль «Ваш Жю». Я думаю, все согласны, что господин Жю работает на просто тратит большое количество сил, поэтому я хотела бы подарить вам от себя небольшой подарок. Организатора Орловского косплей-фестиваля Хакори Тори, Няша и соорганизатор Мияка. Всем привет! Я Орловский косплей-фестиваль Хакори Тори. Я Няша, это Мияка. Вот. И сегодня очень много хорошего, интересного косплея, действительно отличного. Спасибо вам большое, вы очень молодцы, умнички. Но подарочек у нас всего лишь один, поэтому мы не смогли выбрать косплеера, но мы хотим, чтобы один из имеющихся сейчас в зале быстренько прибежал, и если он будет первый, то заберет. Опа-на! Тихо-тихо-тихо! А, косплеер! Именно косплеер! Косплеер! И что, косплеер из зала? Вы же сказали. Так, как это зовут? Земли? Так, поздравляем победителя! От Орловского фестиваля «Хакори Тори», который оказался самым быстрым. Ждем вас 19 августа в этом году на
нас в Орле с огромным удовольствием. Так что подавайте заявки, а мы постараемся их принять. Спасибо всем! И на сегодня последний спецприз от организатора «Гравитикона» из города Москвы. В общем, всем привет! И, во-первых, я хочу догласить, так скажем, меня зовут Киря, и я являюсь организатором «Гравитикона» и вообще основателем движения «Крусейдерс», которое организует мероприятия, сходки по Москве. И, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо организаторам, которые сегодня безумно постарались. Это действительно очень важное мероприятие, и таких, к сожалению, не хватало. Поэтому реально огромное вам спасибо за это. Спасибо. Ну и огромное спасибо вам, серьезно, столько шедеврального косплея трудно себе представить. И то, что вы